Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю играть в игру Outlast 2. В этот раз я подготовился уже получше. Сейчас уже поздний вечер, на улице достаточно темно, в комнате вообще не видно нифига, но в квартире кроме котов никого. Думаю, самое время продолжить. И по этой причине Господь пошлет им сильные заблуждения, чтобы они поверили в ложь, чтобы все они могли быть прокляты. Те, кто не поверил в правду, но получил удовольствие от бесконечности, я не успел прочитать. Это Дева Мария? Или кто это? Ну, Иисуса я узнал. The Gospel of Knot. Ну что, продолжим тотальное погружение в жизнь мужа некой журналистки. По-моему, его зовут Бейль, или как-то так. Блин, на самом деле это жуткая ситуация, если представить. Я только что разбился на вертолете вместе с супругой, который не пойми где встретил разорванного пилота. Прошел через какую-то мрачную деревушку. Нет, показалось. Жрецы, которые следили за мной. Везде кресты, распятия. И вообще непонятно, что происходит. Какие-то странные письма. Но сейчас моя главная цель — найти жену. Блин, как-то жутко. Кресты какие-то. Кто-то есть здесь? Блин, здесь определенно кто-то ходит. Да вы заколебали. Кто там? Впереди какой-то свет. А, это дом. Блин, почему нельзя включить свет? Почему нельзя зажечь фонари? Сатанас, что-то там. Бог. Инимикал. Привет, воронка. Тебя я не боюсь. А вот внутрь идти, блин. Мне кажется, я опять усрусь. Что это? Зашибись, меня затянули в погреб. Надеюсь, я не обосрусь, как в прошлой части. Честно говоря, я уже отвык от таких игр. И болтаю я по большей части, потому что мне стрёмно. Что это, блин? Что там? Фух, ну не мужик я, что ли? Я мужик. Я пошел вперед. Я справлюсь. Что за херня происходит? Это часть тела или, мне кажется, поднять? Какие-то куклы? Блин, ощущение, что тут было какое-то тело или что-то подобное. Давай прочитаем. Песнь повитухи, дитя идет, готовьте нож созданию ночи, и матерь за грехи свои несет врага внутри. Господи, ощущение, как будто я сейчас кого-то призову в свою комнату. А, хором, славься, Боже, бурю. Кто-то стреляет. Славься, Боже, бурю шли, нам не ведом страх. Враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Живут, растет, растет дитя, посланец темных сил. Врат мы молимся, и свой готовит нож и Иезекииль. Хором. Господи, что за жесть. Ох ты, блин. Грёбаная тень. Так. Какая-то палочка крови нарисована. Что это, блин, за место? В чем дело? В натуре, в чем дело? Что это, блин, за... Это реальные люди? Серьезно, это же дети. Капец, что вообще здесь происходит? Откуда здесь столько детей? Их что, сожгли? Блин, ты посмотри. Надеюсь, YouTube не заблокирует меня за такое. Ох, капец, как жутко-то. Дома проходить одному эту дичь. Ёлки, мне кажется, я обосрусь сегодня. В этой серии я точно обосрусь. Качели, все на свете. Фух, блин, я думал, там ребенок стоит. Твою мать. Игрушки. О, господи, эта игра нагнетает прям с самого начала. Чтобы ползти, удерживайте Б. Батарейка скоро сядет.
идет сохранение. Может, ну его нафиг выйти из этой игры. Блин, все притихло. В книге жизни убитого искупителя. В смысле, блин, кто здесь? Вы слышали? Ёлки. Так, ладно, надо посмотреть что-нибудь. Ничего не важно, три бинта. Одна батарейка осталась. Что за жесть, время сколько? Твою мать, кто здесь? Кривым ножом легион сковал цепями. Кто здесь, вашу мать? Я никого не вижу. Господи. Да пошла ты в жопу, я не понимаю, кто ты. Бабайка, отстань. Да блин, я хочу посмотреть, что там интересного. Посмотреть запись. Песня по ветухе. Окей. Господи, что происходит? Вот, поменяй батарейку. Поменяй батарейку и пойду вперед. Блин, мне кажется, я сейчас очень громко буду орать, если что-то выпрыгнет на меня. И ни хрена не вижу. Блин, самый прикол, что я иду туда, откуда идет голос. Серьезно. Я даже не знаю, как спрятаться. Я вижу батарейку. Тихо, я всего лишь нашел батарейку. Здесь ничего интересного. Вот терпение мира свеки. Я никого не вижу, блин, мне так стрёмно, ребята, я не представляю, как... Проходить эту игру. Зря это затеял в темноте одному проходить ее. Ёлки-палки, нет. Все, надо собраться с мыслями. Раз, два, три, пошел. Она замолчала. Она замолчала. Кто там? Что за бабайка? Иди ты, пень, я ментов вызову. Куда бежать? Где она? Где она? Кто это был, блин? Вы видели? Обосраться. Я опять туда же иду. Может, она сзади где-то? Господи. Мигнуло, да, что-то? Мигнуло. Кто там, блин? Ладно, попробуем зайти сюда. Ну его в жопу, блин. Давай, врывайся быстрее. Заперто. Давай, бабушка, лезь быстрее. Там кто-то был. Блин, ну здесь безопаснее, чем там, снаружи, ёлки. Так, батареечка. Блин, на самом деле мне реально очень жутко, блин, в этой игре играть в эту игру. Да, я не могу больше взять бинтов. Мне страшно играть в эту игру. Парень, открой, я знаю, что ты там. Или кто ты там, я не знаю. Ёлки-палки, надо как-то пройти эту хренову дрянь. Но я не понимаю, куда идти. Так, сюда не пройти. Уже мне сюда. Кто-то сзади. Сзади. Усраться. Все. Где? Где? Я не вижу. Я никого не вижу. Да почему все стихло-то, вашу мать? Да блин, я даже не посмотрел, кто это. Фух, блин. Вашу мать, мне стрёмно. Я не хочу дальше проходить. Вы можете передвигать некоторые предметы, удерживая X. Вот эту штуку, что ли? Окей, куда я могу ее передвинуть? А, я понял, чтобы наверх запрыгнуть. Ладно. Эта херня не сможет сюда залезть? Так, ладно, все, собрался. Давай. Давай. Ты ненавидишь его? Да что ты хочешь от меня, тварь? Иди в жопу. Я могу направо двигать. А зачем я двигаю ее, я не понимаю. Не туда? Нет, мне не туда. Давай попробуем сюда пододвинуть. Окей. Давай, Assassin's Creed. А, понятно. Справился. Блин, это чего стрёмно.
Так, давай почитаем. Глава номер 8. «И ваши люди разоркли войну на полях сына моего на земле Израильской. Земли мои опустошены, но семя мое принялось против Вавилона, ассирийцев и Рима, но пали под мусульманами и крестоносцами и преданы во время мытарей фарисейских. Как написано Варухом, сыном Нирия, словами плачущего Иеремии, пророки вещают ложные пророчества, и священники властвуют на корысти, и стыде, и моих людей все это устраивает. Наставляю же тебя, Иезекииль, да не покинет тебя мой дух, да не будет не обрезано твое лицо, в твоих соседованиях не должно быть слез, а должна быть кровь. И Салливан Нот вписал свое имя, как Иезекииль, на знамя вечности, и стальным лезвием выцарапал он слово «Я» на своем глазном яблоке, и было оно глубоко разрезано и кровоточило, и омылось лицо его слезами и кровью. А это не тот ли случаем одноглазый дядька из картины? Это были слова истинного Господа. Теперь я покажу тебе правду, тебе, поранившему свое лицо во служение мне. И сказал Господь, ты не глаз свой вырезал, но нарост, который глазом считал, и теперь ты можешь видеть». Фух. Это была небольшая передышка перед обосраньками полными по ходу. Так, блин, это собраться. Все. Что, я не проходил, что ли, ужастиков? Ни разу до этого... До этого ужастика, блин. Я не могу собраться с мыслями, ёлки. Очки потерял. В натуре очкарик, смотри, без очков не может. Тут без камеры не мог, а этот теперь без очков не может. Надеюсь, не разбил. О боже, ты... бабайка. Ты кто? God wants me dead? Okay. Эй, красотка. Твою мать. Да куда ты утопала? Ну и иди отсюда. Фух. Это было стрёмно. О, кто это был, блин? Кто это такая? Почему она такая дилда? Я не могу, у меня столько вопросов. Я хочу отсюда уйти, просто найти Лин и спокойно свалить отсюда. Блин, дайте мне батареек. Батареек-то вообще мало. У меня вообще батарейки остались? Find Lin. Есть две батарейки. Nothing matters but Lin. Нет, конечно, ничего важнее, чем Лин. Капец, она же там снаружи, блин. Ладно, погнали. Фух, слава богу, сзади она не появится. Так, непонятно, куда идти. Звук стал погромче. Какой-то генератор. Окей, в доме, по-моему, никого нет. Попробуем аккуратно пройти. С помощью микрофона камеры вы можете слушать через стены и записывать звуки. Ладно, давай попробуем. Ваша камера оснащена микрофоном. Да, это я помню. Нажмите налево, чтобы слушать через стены и записывать звуки. Окей. Наши глаза слепы к этим вещам. Это были слова чего-то там. Так, он где-то рядом. Ну, я нифига не вижу. Защёлка. Ну его нафиг. Блокируем. В пени, не хочу туда выходить. Так, а мне наружу вообще? Давай-ка на всякий случай закроем это окно, чтобы эта бабайка не вылезла сзади. Никого нет. Батарейки садятся. Ладно, окей, я понял. Мне надо пройти через каких-то стрёмных чуваков. Так, а я смогу здесь? Да, я могу спрятаться в растительности. Окей, схему я примерно понял. Так, а куда мне дальше? Он здесь. Один здесь. Так, ладно, я не хочу не пропускать. Я не хочу пропускать никакие сюжетные письмена, поэтому попробую обойти самого края и поискать их. По-моему, он только что вышел. Да, он вышел. Аккуратненько закрываемся. От греха подальше. Фух, и пытаемся собраться с мыслями. Так, я должен найти Лин. Я... Чё, он рядом? Он рядом, что ли? И должен пройти мимо этих грёбаных психов. Эй, я что-то вылезти хотел.
Вон ходит, смотри-ка. Сюда идет. Он идет сюда. В натуре ко мне идет. Или нет, он мне не прошел. Блин, так хочется его вырубить сзади. Смотри, он зыркает на меня. Лисы бродят по ним. Ух, да пошел ты в жопу. Иди отсюда, с миром. Так, он ушел. А куда он ушел? Так, один ушел туда. Аккуратно побегу сюда. Ёлки-палки. Батареечку сменим. Вот он, вот он. Вот он прям в упор стоит. Ох, он меня не спалил. Мне надо аккуратно, но быстро дергать отсюда. Туда я не могу пройти. Ах ты, блин, тихо! Что это за свет? Боже, голова. В смысле, что это было? Ох ты, блин! Тихо, тихо, они сзади. Какой папочка? Что происходит, блин? Смотри, ему поплохело. Господи, что происходит? Смотри, они молятся. Я, короче, решил воспользоваться случаем, пока они оглушены, попробовать здесь найти что-нибудь. Быстрее. Блин, закрыто, ладно, придется идти туда, откуда валил свет. Пойдем быстрее, блин, тут стрёмно. Стрёмно, бежим, 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 бежим. Чувак, тебе плохо, да? А что это за свет там был? Они даже не видят меня, похоже, что они... Твою мать, не ори, как придурок. Письмо. О, девушка. Первая женщина. И я спросил его. Слышите, это в какой-то рупор говорят? Ладно, давай прочитаем. Любимая, будь сильной. Папа говорит нам на каждой службе, что Господь помнит о наших грехах и наших снах. Блин, как стрёмно-то читать письма, когда рядом орут. И мы должны смотреть им в лицо, если хотим оставаться с Господом. Если видения становятся хуже, если они в наших открытых глазах, это значит, что невзгоды приближаются и что будет нелегко. Но по ту сторону нас ждет рай. Бог, люби нас и никогда не дает больше, чем мы можем вынести. Всегда твой, Филипп. Наверное, Бог любит нас. Он хотел сказать. Лин? В смысле, какая Лин? Я не вижу никакой Лин. Так, это та церковь. Наконец-то я ее нашел. Боже, сказал я. Кто эта отступница? Это чужашка попавшая. Он Алин! Он говорит про Алин! Блин, надо ее срочно спасать. В смысле? Слышали? Это Алин! Блин, надо срочно спасать ее. Блин, подожди, мне надо срочно посмотреть, что я написал. Записал. Так, это письма. Мне не нужны письма. Мне нужны быстро. Это огромная территория. Что-то вроде деревенского Ватикана. Как случилось, что все это находится здесь, и никто об этом не знает? Это невозможно. Окей, теперь срочно бежим за Лин. Слышали? Она где-то здесь. Так, а куда идти-то? Подожди, а где? А, вот все, я нашел проход. Блин, Лин. Лин, я тебя спасу. Идет сохранение. Где? А где они были? Это что, храм? Офигеть. Окей, я думаю, она за этими дверями. Лин, я знаю, что ты... Здесь, блин, а как попасть-то туда? Здесь закрыто. Лин, я тебя спасу. Блин, надо закрыться поскорее, чтобы меня никто не нашел. Господи, что это за знаки? Давай прочитаем быстро. Проповедь Салливана Нота. Глава 1. Блин, какой
текст неразборчивый, близятся роды адской блудницы, и ночной воздух наполнился пением острых ножей повитухи. Мне кажется, повитуха — это та тварь длинная. И враг страшный даже в своей тюрьме достиг сердца самого отверженного и преданного последователя Салливана по имени Вэл, тайного упрямца и неверующего. Разум Вэлла опустился до проклятых и ненавистных Богу и породнился с врагом и омовился, что ли, непонятно, в семени подскоглазого агнца. Блин, я не понимаю, этот шрифт вообще непонятный. Вэлл предал храм врат Бога и даже Салливана Нота, который искренне любил и направлял избранных к спасению. И Господь приказал заставить Вэлла и всех еретиков страдать от тысяч мучений и стыда до самой смерти, и потом целую вечность после этого. Блин, никогда не пиши больше никаких слов. Ты, по-моему, Нот. Ладно, все это присказки, мне надо спасать Лин. Где бы она ни была. Господи, еще большие катакомбы. Куда вы меня ведете? Возьми хотя бы веник, чтобы всечь кому-нибудь. Что это? Тюрьма? Ух ты, там кто-то есть. Отдайте мне все, чем владеете. Отдайте мне свои жизни, отдайте мне детей. Это псих. Тоже кто-то есть. Блин, что это вообще за место, блин? Что? Кейпер Эмбессум Атрум. Блин, я нифига не понимаю. Вэлл? Кто такой Вэлл? Тут какой-то Вэлл был? Обнажи то, что она хочет скрыть, сделай непонятным, чтобы она запутала, сделай ложь правдой. Блин, что он с ней делает? Так, мне куда идти-то? Вниз? А, там письмо. Давай последнее письмо прочитаем. О, что? Что он с ней делает, Пол, поскольку папа, ну, теперь слушает. Давай потом, короче, прочитаем. Давай, поднимайся быстрее. Какой ребенок? Это он про... Про нее говорит? Про мою жену? Ах ты, блин, тварь поганая. Козлина, блин. Я... Блин, я знал, что что-то подобное будет. Давай быстрее блокируй, разблокируй. Открывай, блин. Надо спасать ее быстрее. Нет аккумуляторов, капец. Вот это жопа. Так, ладно, главное спасти ее. Давай быстрее. Надо спасать ее. Так, батареечку вижу. Отлично. На всякий случай сразу поменяю. Здесь нет, тут заблокировано. Что вообще за... Кто это вообще такой? Нот. Старший проповедник местный. Что он вообще проповедует? Я могу спрятаться в шкафу. Нет, мне это не надо. Письмо еще одно. Так, давай, короче, прочитаю по-быстрому два письма, которые я подобрал внизу, там, в тюремном комнате. И вот это. Find Lynn. Найти Nothing Lynn. Matters, конечно, я понимаю, но мне письма тоже надо читать. Это я читал... Так, Пол, поскольку папа Нот теперь слушает тебя, я прошу рассказать ему о волнующей истории, которая, как я надеюсь, является только следствием моих страхов, а ничем больше. Его главный священник Вэлл пришел ко мне сегодня перед рассветом с невнятным предложением. Он вел себя так, будто предлагал что-то тайное сексуального характера. Я хорошо знаю Вэлла и его характер, поэтому его предложение ужасно меня испугало. И я бы ни за что его не приняла. Вэлл не вдавался в подробности и сказал мне, что в наших сердцах есть места, до которых папа Нот не может добраться. Хотя нужно признать, что Вэлл больше интересовался другими частями моего тела. Я сказала Вэллу приходить вечером, потому что мне нужно подумать, но только потому, что Нот может прислать людей с сильным характером, чтобы тайно свидетельствовать о том, что мои подозрения – богохульство и предательство, и вырезать их, пока они не причинили вреда. Надеюсь, папа сможет помочь, потому что я ужасно боюсь. Рут. Окей, новые проповеди. Блин, а здесь можно как-то... Ох, ну наконец-то, реально нормальный текст. Роды адской блудницы приближались, и в воздухе звучал славный гимн папы, и черт, и ночной воздух наполнился пением острых ножей повитухи, лезвий.
Дьявол, даже застрявший в аду, проник в сердце Вэла и вышел, и враг, сатана Шайтан Вал, страшный даже в самой тюрьме, проник в сердце самого отверженного и преданного последователя Салливана по имени Вэл, скрывающегося под одеждами тайного упрямца и неверующего. Разум Вэла опустился до проклятых и ненавистных богу Иезекиилю, и породнился с врагом, и омовелся в грязном сладком семени паукоглазого Агнца, и испил его. Вэл предал храм врат Господа и даже Салливана Нота, который направлял избранных к спасению, и Господь приказал заставить Вэла и всех неверующих умирать от тысяч мучений и до самой смерти, и потом целую вечность после этого и стыда. Господи, что это за придурки? Я так понимаю, Нот это самый главный, Вэл это его Кент? И здесь есть куча странных женщин, которых они охмуряли. Убери от меня свои чертовы руки. Блин, мне кажется, это она. Ёлки, как мне туда попасть? Что? Что они с ней делают, блин? Откройте свои двери, придурки. Я не умею драться, но я постараюсь что-нибудь сделать. О, Лин. В натуре, Лин. Давай, прыгай к ней. Лин. Лин! Лин! Ты жива? Лин, все в порядке? Господи, Блейк, ты в порядке? Нет. Что за черт? Я не знаю, вот дерьмо, нужно бежать. Побежали, конечно, побежали. Ты как? Вообще, нормально? В порядке? Что они с тобой сделали? Ты что, беременна была? Эй, Лин, куда мы идем? Подальше отсюда, куда угодно, только не здесь. Блин, я с тобой солидарен. Попробуем отсюда выбраться. Фух, ее мы нашли. Это хорошо. Мы что, за ручку бежим? Как это мило. О боже, живот. Блин, да что они с тобой сделали? Что-то не так, черт. Блин, серьезно, может они тебя порезали? Ну, я что-то слышал про ребенка, про беременность. Нужно остановиться. Мне просто нужно... О, Боже. Святой Иисусе, Лин, что тут происходит? Я думала, ты умер. Когда ты упал, я подумала, что мы все умерли. Все хорошо, я здесь. Нам нужно выбираться отсюда. Давай, пойдем отсюда. Что они с тобой сделали? Боже, я не могу говорить об этом. Лин. Дети, у меня есть новости, нелегкие, но славные. Сегодня вечером, спустя все эти годы и страдания, наша вера была признана. Окей, короче, он несет какую-то дичь, а нам надо выбираться. Пойдем, Лин. Все в порядке. Я с тобой. Что? Ты принесла какую-то нечистую ношу сюда? Ты носишь ребенка в животе? Она не знает. Он сумасшедший, они все нахрен сдурили. Пожалуйста, Блейк. Безумно. Что за хрень здесь творится? Подожди. Нет, мне показалось. Блин, серьезно, ты беременна? Окей. Вырвите дьявола из ее чрева, блин, капец. Опа. Stay back! Твою мать. Мы вам не навредим. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. Я ни хрена не понимаю. Кто это? Что это за... Ты кто еще такой? Кто это, блин? Это бабайки, которые на нашей стороне? Я смотрел, какой отец затрахал бога до смерти. О, смотрите, как его прет. Они ко мне подошли. Лин, не трогай ее. Что ты делаешь? А это баба?
Share my love with the father. Motherfucker! Кто ты? Кто вы вообще такие? God doesn't love you. Он не любит тебя. Not то, like I do. Воу. Да, господи. Извращенка. А. Ну не при жене же. Yes, my love. We have на трансвестита похожа. I think I'll see you again. Думаю, говорит, мы еще увидимся. Эй, где Лин? Ай, больно же. Урод. Я ж драться типа не умею. Капец, друг, возьми топор, а по-братски. Ну возьми хотя бы кирку какую-нибудь. Мы же должны ее как-то спасти. Идет сохранение. Лин! Где? Что? Нифига тебе штормит. Все, 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 приходи в себя, придурок. Тихо, Jesus. Тихо, тихо. Jesus, God. Это не Лин? Fuck, were they? Нет, это не Лин. У нее нет бороды. Они назвали Лин матерью. Two sides. Christians and христиане. Something else. Короче, есть какие-то придурки, которые хотят уничтожить дьявола в ее чреве, то есть прервать ее беременность. А есть типа нормальные ребята, которые зовут ее мать. Походу, смотри-ка, там еще кто-то топчется. Которые хотят, походу, чтобы она родила. Надо замыкаться. Господь, дай мне глаза, чтобы увидеть. Интересно, не увидел, что там? Их друзья погибли. Или им вообще посрать? Блин, походу им вообще посрать. Ладно, друзья, пойдем дальше. Так, это становится уже интересным. Вначале какие-то типы, которые хотели убить нас. И ребенка. Типа ребенка, я не знаю, беременна она или нет. А теперь появились еще какие-то типы, которые хотят нам помочь. Не забываем про дылду. Про какого-то большого босса. Папу-мота. Ёлки, там-то кто? Эх, ни хрена ж не видно. Нет, серьезно, а как мимо него пройти-то? Сюда светит. Может просто пробежать? Короче, рвем когти. Класс, класс, класс. Я не знаю, куда бежать. Я не знаю, куда бежать, блин. Серьезно, куда бежать-то, блин? Может, мимо него? Ай. Мимо него не получилось. Ай-яй-яй. Моему герою только что прокололи лицо его же рукой. Короче, я понял, мне надо идти было не назад. Я шел назад. Смекнули, да? Гениально. Так, а это что за место? Блин, достаточно уютное на самом деле. Вы можете спрятаться, погрузившись под воду. Прикольно. Так, я видел сохранение, поэтому, друзья, на этом на сегодня все. Мы все-таки нашли Лин и встретились с какой-то бандой новой, который против этого папы Нота. Ух ты, тихо, не запали меня. Но что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить ее. Всем пока и до следующей серии.